Катайся, прыгни рыбкой. А, это не так. Это не так. Нормально? Нормально, да, но это не рыбка. Винтик тоже можно, да. Давай, вылезай. Сейчас он вылезет. Давай. Так. Так немножко, немножечко до этого пожарили. Пожарили, да, или завялили. Это была жареная рыба. Да. Или вяленая. О, классно. Класс, молодец, супер. Не знаю, что с ними делать. Со мной не хочешь прыгать. Я же со многими девчонками прыгал. Со всеми хорошо, все довольны. Ты беспокоишься, да? Вот, и потом поделаем немножко. Да. Так, включил, да? Да. Итак, за ногами следи. Я вот так... Фитнес-тренер по имени Коля. У профессий остальных сексом не ахти. Всяких шалостей ночных негде им найти. Есть зарплата и кабинет. Только секса страстного нет. Сисадмин, крановщик и ботаник. Не видать нам ни Ленок, ни Танек. Про высокую грудь помечтай и забудь. Сисадмин, крановщик и ботаник. Про высокую грудь помечтай и забудь. Сисадмин, крановщик и ботаник. Поварихам, училкам, консьержкам секс приходит все реже и реже. Тут зови, не зови, не хватает любви. Поварихам, училкам, консьержкам. Один мой друг хотел до двух капотню поспеть, с работы на часок соскочил. Но в карту он не стал принципиально смотреть и навигатор включил. А через два часа кругом глухие леса. Бывало это с вами не раз. Такие навигация творит чудеса. Да здравствует российский ГЛОНАСС. Да здравствует российский ГЛОНАСС. Другой держался курса и сигналы ловил. Ага. В машине GPS у него. В итоге он настолько далеко укатил. Ни дома, ни друзей, никого. Теперь его друзья – медведь, кабан и лиса. Он там живет в палатке сейчас. Такие навигация творит чудеса. Да здравствует российский ГЛОНАСС. Да здравствует российский ГЛОНАСС. И вот пока в приемниках у нас дисконнект, и спутников слегка недобор. Мы ищем в Южном Бутово свободный проспект и пробуем на прочность забор. Но Лада обгоняет дорогой Мерседес, и Запад нам с тобой не указ. Не стоит прогибаться под стандарт GPS. Уж лучше наш российский ГЛОНАСС. Да здравствует российский ГЛОНАСС. Да здравствует российский ГЛОНАСС. У тебя немножко. Давай, соло. Давай. Наконец-то моя креативная программа. Да. Произвольная. Без маникюра дева плачет и ждет хороших новостей. Когда на маникюр поскачет, она устала без ногтей. Снедает деву стресс безумный.
и давит карантинный сюр. Пообещайте деве юной и маникюр, и педикюр. Пообещайте деве юной и маникюр, и педикюр. Классно, классно, супер. Вот так, себя. Молодец. Да. Да, порой вот опасно деву трогать, возможны молнии и гром. Да, когда из того, что мы делали, девы сломан ноготь. Здорово. Из того, что мы делали, еще попробуем уголок там вертикально. Пора на стрижку королеве. Примите меры, оберштаб. Это снырянием уголок. Пообещайте юной деве массажи, пилинги и скраб. Пообещайте юной деве массажи, пилинги и скраб. Все. Ничего, девчонки, потерпите еще немножко. Все будет и маникюр на вашем лице. Ой, я боюсь эту девчонку. Она меня заглушит. Ай! Где она? Вот она. Давай, Оля, еще попробуй. Ой, супер! Класс! Вообще здорово! Такая бомба бочком! Здорово! Не знаю, что получилось. Пол винтом, ладно? Есть. Готово? Да. А вы показывали вместе дуэт? Мы только в синхронный прыжок делали. А плавание? Плавание, а Семен умеет? Конечно, умеет. Давайте я буду вашим продюсером. Ага, давай, сейчас я пожелаю прыгну. Ты сможешь одну ногу вынуть из воды, лежа, как я делала? А потом вторую. Надо грести вот так вот. Можно это прыгать. Ну что, прыгнешь к Пашке, покажете дуэт? Ты ворота поставлен защищать. Да мы сегодня сборной геем. По-любому не можем проиграть. Нападающему мяч будет передан. Повернись противнику, лучше передам. Защищайся, как лев. Физкультура, ура, ура, будь готов, когда настанет раз, час, два, делай пас. А если мимо скажешь раз, про два, нас, лоботряс, раз, лоботряс, не бывает в футболе пас, нашем, самое игроку с маникюром на руках. Так же, если Паша, он Паш. Накрашен. Паша, это самое сложное, просто устанешь. Может, вы просто руками вверху помашете сейчас? Товарищеский матч, а пожарище, а пожарище, да пожарище. Эти геи нам совсем не товарищи. Защищайся, а теперь выпрыгивайте и руками машите. Физкультура, физкультура, ура, ура. Раз, два, три. Когда настанет час, делай пас. Он сейчас устанет просто. А если мимо скажут про нас? Раз, два, три. Эй, вратарь, готовься. Мне кажется, прекрасно. На трибунах вот прекрасный фон. Мужской дуэт готов. Да, тоже готов.